рассада флокса метельчатого делила часто используется в сочетании с другими сортами этого растения в миксбордерах и других групповых посадках. Может порадовать своим обильным цветением уже в начале июля. Размножается делением корневища или проращиванием рассады из семян. Цветки флокса метельчатого делила насыщенного красно-фиолетового оттенка, словно неоновая вывеска, привлекают к себе всеобщее внимание. Листья простые ланцетные, но сохраняют свой сочный зеленый цвет до самой осени. Сорт может похвастаться высоким уровнем устойчивости к грибковым заболеваниям. Флокс метельчатый делила это травянистой высотой от 50 до 60 см. Цветет растение в месяц июль-август. Окраска цветка темно-фиолетовый. Размер цветка этого прекрасного растения достигает 2,8–3,1 см. Флокс метельчатый делила создал H.G. Аутшурн. Годом создания растения считается 2005. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в сосорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.